Мы могли бы помочь защитить пушку Звездного дозора. Приближаются враги. Рада вас видеть, ребята. Помогите мне очистить город от врагов. Говорит председатель Трек, отделение для моих преданных сотрудников. Не сумеете уничтожить Звездный дозор, вас ждет увольнение из Дрэка Индустриз. Поймал сигнал инфобота, исходящий из этого сектора. Стоит проверить. Почти на месте. Сдерживай их сколько сможешь. Thank you.
Рэтчет, это Грим. Я тут слежу за твоими подвигами и чертовски за тебя рад. Слышь, не помню, говорил я тебе, у меня есть брат на Пакитару. Фелтон звать. Я с ним мало общаюсь, потому что он тот еще лентяй. Но сегодня он послал сигнал о помощи. Он сказал, Дрэк атаковал Пакитару этими своими водосборщиками. Видимо, Бларгам понадобилась их океанская вода. Я хотел связаться с рейнджерами, но Кварк переключал меня на своего агента. В общем, если будет вдруг минутка, может, заскочишь к брату? Спасибо, парень. Горжусь тобой. Рэтчет, Кори нужна помощь. Надо помочь рейнджерам защитить звездный дозор. Thank you.
У тебя куча болтов. Это хорошо. Но нет разжигателя. Это плохо. Так купи его. Почему вы до сих пор их не убили? Мне что, кого-нибудь из вас наказать на свидании, чтобы вы поняли, насколько все серьезно? Не подведите меня! Круто! Изменника. Фэнк, я стою прямо рядом с тобой. Если бы я его видел, то и ты бы увидел, логично? Слушай, мне всего один день от роду. Давай без вот этих твоих штучек. Видимо, лед не является для ломбардов естественной средой обитания. Очень смешно. Они подогнали танк! Если звездный дозор не будет уничтожен, мы не сможем эффективно действовать в этом секторе. Провала я не потерплю! Класс. Патронов нет. Ох ты. Мне нужны наноботы. Готов. Хорошо стреляешь. Не бойся.
мечтать! Давайте, бойцы, вперед! Сказали мне, что по контракту я не могу вас убить или уволить, если вы не справитесь с рейнджерами. Поэтому мы с советом директоров решили подкинуть вам стимул. Бларк, который прикончит галактических рейнджеров, получит путевку по типу «Все включено» на третье кольцо Лаваша. Вечеринки, орбитальные круизы и даже кулинарные курсы. С этими лазерными турелями так просто не справиться. Придется поискать обходной путь. Вы идите, а я прикрою. Значит, придется нам всех спасать.
попробуй изнутри отключить энерготурели периметра. Привет, команда. Просто хотел сказать, как сильно вами горжусь. Жаль, что я сегодня не с вами, но сами знаете, как трудно записаться к массажистам. Я с рождения готов. Давай! Порядок! Теперь нужно добраться до пушки звездного дозора!
группу. И как можно быстрее. Пожалуй, тут нам пригодится лазутчик. Это очень сложный замок. Я только что обновила твой лазутчик, чтобы он мог активировать и деактивировать кольца. Проверь, как работает, и деактивируй кольцо. Отлично, теперь проверь, работает ли активация. Отлично, спасибо. Не забывай пользоваться новыми возможностями. Звездного дозора включено. Молодец, Рэтчет. Занимай орудие. Я прикрою. Будем сбивать эти корабли по одному. Когда орудие зарядится, открывай огонь. Заряд ионной пушки 25%. Поздравляю. Заряд ионной... Приближается ракета. Ионная пушка готова. Прямое попадание. Заряд ионной пушки 25%. Ионной пушки. Еще раз! Попал! Классный выстрел! Заряд ионной пушки 25%. Ионной пушки 75%. Орудие готово! Огонь! Молодец, парень! Они отступают! Есть! Будет знать, как связываться с галактическими рейнджерами! Да! У-ху! Надо возвращаться на корабль. Thank you.
Мы получили сообщение, что остатки флотилии отступают. Эларис, подтверди. Так точно, Бракс. Все оставшиеся корабли возвращаются на кварту. Вы славно потрудились. Согласен. Жаль, что меня там не было. Но мысленно я был с вами. Теперь встретимся и проследуем за Бларгами на кварту. Вас понял, капитан. До встречи. Похоже, это все. Ты хорошо потрудился, Рэтчет? И ты тоже, Кланг. Увидимся на кварту. У меня есть все, чтобы сделать героев еще героичнее. Посмотри. У меня у самого такая штука есть. Так что могу заверить, работает на ура. Было хорошее оружие, а стало отличное. Выберем планету. Похоже, пушка еще в порядке. Готов нагрянуть в гости к Дреку? Выберем.
На какую планету нам нужно? Водосборщики Бларга все еще крадут воду с планеты Пакитару.